День независимости Мангыстауской области встречается с высокими показателями социально-экономического развития. Ежегодно растут производственные мощности, сдаются в эксплуатацию тысячи квадратных метров жилья и открываются новые объекты. К примеру, в Муналинском районе в честь любимого всеми праздника открыли детские сады и второй в области мукомольный комбинат. Наш корреспондент Тамара Степанова расскажет все подробности. В День независимости в населенных пунктах Мангыстауской области звучит музыка, а в гостеприимных юртах накрыты щедрые дастарханы. Отмечают главный национальный праздник страны и появление нужных для народа социальных объектов. Их открытие уже стало доброй традицией. В поселке Мангыстау ввели в эксплуатацию мукомольный комбинат. К слову, первый в Муналинском районе. Его площадь 1 гектар земли. Стоимость проекта 520 миллионов тенге. Вместимость складов составляет 6000 тонн. Производственная мощность комбината 150 тонн муки высшего и первого сортов и 30 тонн отрубей в сутки. 50 человек здесь получили работу. Нужно отметить, что раньше подобный комбинат был только в Бинеусском районе, самом отдаленном в области. Зерно мы получаем по железной дороге северных регионов, измельчаем, делаем муку. К нам многие обращаются из центра занятости, по мере возможности обеспечиваем стабильной работой. Сегодня время перемен и развития, и такие возможности для роста дает нам наша страна. Я хочу от души поздравить казахстанцев с Днем независимости. За 10 лет население Муналинского района выросло с 43 тысяч до 150 тысяч человек. Сегодня район занимает первое место в области по рождаемости, поэтому количество детских садов увеличивается очень быстро. Сейчас в Муналинском районе работают 42 дошкольных учреждения. Из них 15 государственных и 27 частных организаций. В них воспитываются более 6 тысяч детей. Один из новых детских садов, построенных на частные инвестиции, дошкольное учреждение на 75 мест. Объект строили с января этого года. Проект оценивается в 30 миллионов тенге. Здесь созданы все условия для развития творческих способностей малышей. Сейчас трудоустроены 10 человек, но в будущем штат будет увеличен. В следующем году мы планируем открыть новые группы и взять на работу логопеда, а также учителей русского и английского языков. В рамках празднования Дня независимости в селе Мангыстау 5 открыли еще один частный детский сад. В нем будут воспитываться 60 малышей района. Тамара Степанова, Салмат Бикбаев, Мангыстауская область, Хабар 24.